Cool, right? Want to know where I got it? Well, look, go to CS.MONEY. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro. Привет! Ты хочешь поехать на финал StarLadder Berlin Major 2019 и попасть на бэкстейдж? Тогда прямо сейчас снимай видео, как ты поддерживаешь свою любимую команду по CSGO. Выкладывай его в Instagram или Twitter. Чем больше лайков будет у видео, тем выше твои шансы выиграть. Все подробности на MajorLikeBattle.com. Рад приветствовать всех любителей красивого Counter-Strike на трансляцию UCC. UCC — это студия, которая организует, а также освещает для вас самый жаркий турнир по Counter-Strike не только, но и сегодня мы будем смотреть матчи в рамках CS.MONEY. Азиатский регион, первый матч — это Entity против WNV Teamwork, ну и, соответственно, карта The Inferno. В чатике можете сразу писать, за кого кто болеет, за кого кто топит. Ну а по пикам сразу расскажу, что WNV как раз взяли Inferno для себя, Entity пикнули Train, и последняя карта будет Мираж, если нам, естественно, понадобится она. Ну и пока что закупка. Entity начинает у нас за атаку. Это просто 5 голков, 5 арморов и полетели, как говорится. Ну и как бы Teamwork тоже решили далеко не отходить. Такие, ну, у них арморы, мы тоже купим арморики. И, в принципе, 5 кивларов на 5 кевларов, но вот СНР уже начинает с фрага, оформил его в апарт, попытка размена, но крайне неудачный, в итоге Ками вынужден скипнуть свою позицию, а тут уже в спину жмет скиллс и оформляет еще один фраг, тут же размен от Xbaya, но всего лишь один фраг, надо еще, чтобы чувствовать себя более комфортно, потому что точка Б полностью сейчас отдана, если Entity пойдут на Б-плен, то там, конечно, спокойно можно бомбу установить, это как минимум, ну а там раунд, в принципе, выиграть будет недалеко. Скиллс ловит своего оппонента, отходит на шорт, понятное дело, стягивает масс внимания, пока его тиммейт подходит к точке Б и, в принципе, уже готовы спокойно заходить и ставить бомбу. Плюс сам скиллс подобрал для себя юсп, что весьма неплохой бонус за игрока, вернее, для игрока атаки, чтобы своими оппонентами стреляться, так скажем, наравне. Потому что с глоком ты не всегда можешь там дистанцию сократить, не всегда у тебя там в голову залетает, чтобы там несколько пуль попасть. Но вот фраг от Ксана, тут же размен моментальный от Эммота. Ну и в итоге он забирает абсолютно всех. Первый за Entity. Будучи аутсайдерами, пистолеточку все-таки они для себя забрали. Сейчас я вам, кстати говоря, покажу коэффициенты. КФ у нас примерно вот такие. То есть, естественно, у нас тут WNV являются абсолютными фаворитами. Это флаг 1.35 на них и троечка где-то на Entity. Кстати говоря, сразу же нам устанавливается небольшая пауза. Но если вы хотите ставить вот таким же крутым КФом, залетайте на сайт GG.Bet. Кучу крутых розыгрышей, крутые коэффициенты, быстрая система выплат. Все это именно там. Ну что ж, первый раунд за Entity. Но по идее сейчас WNV сейчас должны делать экономический раунд, либо форс. Но, судя по вообще азиатскому КСу, то есть это у нас в Европе сейчас любят форсить после проигранной пистолете за защиту, но вот на Азии я очень часто вижу, когда команда просто делают эко и потом закупаются. Да, обычно не хватает гранат, да, обычно там еще чего-то не достает, но в целом это смотрится весьма неплохо, если вы первый девайсный где-то там на стрельбе забираете, потому что про скидки вы, конечно же, явно будете проседать. Ну и у Entity интересно, что будет. Во-первых, это появляется два калаша, по идее, остальные три игрока должны отыгрывать сейчас с фармилками. Ну и вот из Нейро осталось только закупить себе какой-то девайс, да. Второй армор обновляет, что очень важно против пистолетов, и, соответственно, покупает фармилочку. А себе... Xbuy, кстати говоря, закупил флешку вместе с Ксаном, соответственно, сейчас вполне возможно, что будет какой-то пуш, либо подождут там около банана, пикнут, но нет, тут просто выход на точку А, скорее всего, займут грамотную позиционку и потом выйдут под эту флешку, сработают абсолютно все. Так, пропрыгал. Exile прочекал сейчас своих оппонентов, дает информацию, флешки отвернулись и полетели, но... Ну вот две флешки потратили, а по итогу ни одно фраг не сделали, и даже тут скилза забрать не удалось. Он просто справил двоих, убежал назад. Так, тут интересный момент. Это мог бы бомбу подобрать на самом деле, а так она лежит достаточно далеко. Тут Джинк, естественно, вместе с тиммейтами забрали двоих, плюс калаш, плюс фармилка. Это очень интересный момент, но вот Псай, конечно, все это дело разруливает против оппонента без армора. И посмотрите на Пиксбай, он просто пытался зайти в спину, но в итоге в спину зашли именно ему. Entity забирают второй раунд для себя, но в рамках экономического Teamwork, наверное, неплохо постарались. Выбили два девайса с голыми юспами и двумя флешками, это весьма неплохой результат. Ну и сейчас кольты, скорее всего, возможно, аук купится. Нет, просто 5 кольтов, небольшое количество раскидки, нет диффуз китов. Вот за это мне не совсем нравятся вот такие вот баи, после проигранного экономического, но, тем не менее, что поделаешь, раз такая задумка. Так, пропрыгали в мидл, будут занимать апарта, интересно, сразу начинается агрессия, минус 1, минус 2, скиллс. Один размен дал, но похоже, что Экзайла не удастся забрать. Он дальше идет пикать. Вы посмотрите, он вообще ничего не боится. И, наверное, но это уже была критическая ошибка, потому что тут отдал численный перевес для своих оппонентов. Смоки уже у нас идет Амет и готов, в принципе, обходить спину своего визави. Тут Ками в хорошей позиции. Как же не дожал-то. Эх, ну по Джинку зато нет информации, потому что три игрока защиты погибли под точкой А. Возможно, четвертого ждать не будут. И да, его абсолютно никак не ждут. Джинк находит один минус, дает инфу, что один игрок на сайте, и дает возможность своему тиммейту подойти и как-то хелпануть. Другое дело, что тут все вопросы сейчас будут к игроку под номером 9, который уже обходит спину. Экскали. Ну, Джинк, похоже, что подставится, да. Джинк подставляется, последний Ксан, по нему нет абсолютно никакой инфы. Пытается сейчас работать на тайминге. Один игрок на сайте, второй в апартах. Так, спрей по одному, второго убил. Отлично, но вот с последним справиться не удалось. Экскаль тут поработал, конечно, на славу. Трипл-килл в этом раунде и 3-0 для Entity. Ну и пора, наверное, сейчас WNV делать экономический раунд. Можно закупить, безусловно, какие-то пистолеты, даже шотганчик приобрести, который тоже, кстати, достаточно редко появляется на просторах азиатского Counter-Strike, но тут, конечно, все весьма и весьма интересно. Так, Desert Eagle и другие недефолтные пистолеты, и Джинк уже немножечко получил по своей ножке, прострелили вот там, Джинк. В ответ от Нитхаешку, он, кстати, может, по идее, взорвать, нет, СНР вроде как не подойдет или подойдет. Да, подошел неплохой дэмэдж, кстати говоря. Ну, понятно, что это эк-раунд, но на девайсных вот такие гранаты, конечно, не работают на славу, потому что коцаешь оппонента на минус 80, плюс достаточно часто игрок вот стоит на этом балкончике, он может оттуда отдавать раскидку, он может просто запрыгивать в апарт, и по итогу, ну, такая хаям может работать в очень многих девайсных раундах, конечно, наносить достаточно много дэмджа, как тут. И занятие бананом. Entity никуда не спешат, заняли апсы, заняли банан и потихонечку вычисляют оппонентов, ждут какой-то ошибки. Авик все-таки есть у Псая, который сейчас уже пытается подловить игрока на сити, но похоже, что тот не подставится. Амат отправляется к тиммейтам, судя по всему, на мидл, и похоже, что выход именно на точку А будет, но есть время передумать, то есть там 50 секунд, ребра уже заняли, то есть подходы везде есть, главное сейчас не ошибаться, и дело в том, что инфы почти нет, то есть если тут прочекли одного игрока 100% на точку А, потому что Экзайла простреливали, есть понимание, что один лонг, скорее всего, но вот куда выход, непонятно. Но, судя по всему, это такой фейк, дабы стянуть инфу на точку Б. И сейчас остальные пытаются выйти именно на A-сайд. Иксай неплохо, но тут, конечно, Экскалиб старался просто на славу. Убил двоих своих оппонентов. И, по сути, единственный опорник под точкой Б с пистолетом. Патроны закончились у Экскалиба, но все равно с пистолета просто всех дострелял. Но тут фармилка есть, и можно попытаться с ней как-то найти какие-то минуса. Посмотрим, но не удалось. Так, дубль 2 и, судя по всему, нет. Тут слишком хорошие уж позиции, да, и это 4-0 за Entity пока что. Кстати говоря, потеряли один девайс, что для атаки вообще не критично. В любом случае, экономика весьма-весьма неплохо бы стануло сейчас. Так, ну это, знаете ли, уже интересный момент. Exile, кстати говоря, авик купил. И он не один. Тут как бы 3 АВП и... Ну, 2 АВП еще ладно, это сильно, особенно на The Inferno, да и, в принципе, на других разных картах. Хотя вот первый авик себя вообще никак не реализовал. Ксан пошел, Ксан погиб. Ну и Экскали вообще, вы посмотрите, что он творит-то. На том раунде зашел, триплкил под Б сделал. Тут просто вскрыл банан в соло. Ну, там, конечно, были гранаты от тиммейта, но, тем не менее, стрельба была что надо. Даблкил, точку Б занята. И, похоже, на самом деле, на 5-й для Entity. И чего-то я, на самом деле, команду Teamwork немножечко не узнаю. Все-таки не являются фаворитами в этом матче. Но пока что роль фаворитов вообще не исполняют никак. И тут уже триплкил для Экскали, поэтому сложновато. Но если, наверное, сейчас должен все девайсы выбивать. Там авик плюс... Кольт. На самом деле не понял, почему 3 авика вообще нужно было покупать. То есть 2 ВП это хорошо, это очень часто работает. Над Инферно, мне кажется, это вообще супер, потому что ты можешь, условно, ну, много где-то можешь найти энтрифраг, во-первых, и в дальнейшем, в принципе, чувствовать себя весьма комфортно. То есть, делая энтрифраг, ты можешь его сделать на банане, можешь мидл отстрелить. И на опорных позициях, в принципе, на Инферно себя авики чувствуют хорошо. Но 2 ВП, это, вернее, 3 ВП, это прям, ну, очень сильный перебор. И тут, конечно, WNV, наверное, стоит взять паузу и пообсуждать, в принципе, свой дефенс. Потому что, ну, я, конечно, понимаю, первая карта, это best of 3. Я уверен, они себя и на трейне очень хорошо покажут, но... Пока что проигрывают, летят 5-0. А я напоминаю, что на The Inferno, в принципе, защита является сильной стороной. Но, наверное... Ой-ой-ой, Экскали, в общем-то, и сделал. Ну, неважно, это тут, конечно, сопротивление ему оказали минимум. А так вот, казалось бы, Inferno, сильная сторона, является КТ-сайт. Но при этом всем за атаку я вижу, что в азиатском конкретном регионе многие команды набирают просто уйму раундов. Потом защиту вообще ничего не мог показать. Но, видимо... Teamwork в этом раунде приготовились. У них есть 5 хаешек, 4 из которых уже бегут на банан. И я очень не завидую игрокам атаки, которые сейчас пытаются этот банан отжать. Так, хаешки полетели. Одна, вторая, третья. Но по итогу дэмджа минимум, так скажем. То есть 38 урона по Амату с 3-4 хаей. Это, конечно, ну, совершенно гранаты себя не окупают. Кстати говоря, Пиксбай сейчас услышал своего оппонента, видит раскидку, но... Ну, хотя на фраг может тут рассчитывать. Опять же, в экономическом, наверное, стоит сейчас просто побивать какие-то девайсы. Если девайс выбить, в принципе, можно и дальше поработать. Пиксбай, ну, не самая лучшая стрельба от него. В голову попал, но дальше 2 патрона в молоко. Так, Ами может половить своего оппонента. Ксан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это Псай, дорогие друзья. Размансевал в смоках, убил в итоге двоих. Последний Экзайл находится возле библиотеки. Так, сделал фраг неплохо, но тут же размен от... Скилза и 6-й для Entity. Но пока что чувствует себя очень-очень хорошо. Я, наверное, посмотрю немного в чатик насчет региона 31. Нет, это не мой регион. Я... Ну, в общем, так появилось. Это очень долгая история насчет ника. Я, честно говоря, уже не помню, как эти цифры появились. То есть, если про них я помню, могу рассказать. попозже в рамках каких-то не особо важных раундах на этой карте, то 31 нет, это не регион, это просто так сложилось с каким-то моим первым логином в Steam-аккаунте, и как-то я везде ник именно с этой перепиской начал писать, Джинк. В апартах уже работает, но тут опасно, на самом деле, просто он, ну, не в соло, конечно, но размен 1 в 1 будет неприятен, а вот такой размен, в принципе, отличным образом скажется на численном перевесе для Teamwork. Exile закидывает его смоками, но он работает на шарте и, ой-ой-ой, запустил спину оппонента, но по итогу справился его тиммейт, ну и тут, конечно, просто Exile, прошу прощения. Туда-сюда вертелся, в итоге тиммейт, конечно, подстраховал, и тут вот две снайперские винтовки, одна из которых сработала. Ну ура, последний Псай, у него в руках также авик, минут времени, тут, наверное, надо попытаться просто на отстрел девайсов сыграть, если нет, если время подойдет к концу, то как бы без проблем можно все это сделать. Вот, насчет ника, 31 это 100% не регион, 31 это просто так сложилось, а сам ник, я, честно говоря, не помню, мне, наверное, было лет... Так сложно это вспоминать, но лет 12, наверное, может быть. У меня до этого был другой ник, о котором лучше не знать многим. Ну и, в общем-то, один раз ночью после игры в КС, кстати говоря, по-моему, я думаю, вот надо создавать новый ак, потому что у меня там бан был или что-то такое, я не помню. В общем-то, я то ли ливнул, то ли свет вырубили. Я думаю, ну все, надо новым аккаунтом обзавестись на случай таких вот моментов различных и в КС-ке. Вот, КС тогда была платная, но мне было все равно почему-то. Я решил завести второй аккаунт, там скидка была на Counter-Strike. Думаю, ой, сейчас откалибруюсь. Ну и, в общем-то, так появился. То есть я сидел ночью, лет 12 или в 13, не помню. И такой думаю, ну сейчас придумаю ник. Перебирал все слова, в итоге нашел Шейл название. Но я настолько сильно хотел спать, что такой... мне лень его было куда-то записывать. Я говорю, ну если утром вспомню, то в принципе ник останется. Если нет, то нет. Ну и в итоге я его не забыл, ну и так как-то повелось. Вот. А 31 это просто переписка к логину, потому что обычно ник Шейл был занят, и я просто рандомно... накликал цифры, насколько я помню. Ну ладно, не будем об этом. Тут, между прочим, СНР нам скилл собрался показывать. Посмотрите на девайс. Ну, кстати, кроме шуток, на банане, мне кажется, как раз пинайтин может работать просто на ура, потому что тут крайне близкие дистанции. Как раз 50 патронов могут показать скилл. Entity, неужели в смог пойдут? Но похоже на то, вот прилетела флешка. Да, действительно вырывают смог, нащупали уже слабую точку Б, но дело в том, что тут на этот раз два игрока, которые уже неплохо справляются, и хелпа уже подлетела. Минус 2 пока что, скиллс на размене, но даже если установят бомбу, то тут, конечно... Ну, хотя диффуз китов, конечно, нет. Иксан уже погиб через смоки. Это неприятный момент, но тиммейт на подстраховке был все это время. Джинк уже готов рваться на сити. Хая полетела. Минус скиллс. Последний пса. Информация по нему должна быть. Но теперь точно выстрелил. Можно спокойно садиться, диффузить бомбу. Ну и Джинк должен своего тиммейта прикрывать на максимум. Прошивает и пса. И похоже, что живым отсюда не выберется. Так, убил того, кто диффузил бомбу. Попытка номер 2. Надо убивать. Почему не пушит один? Ну нет, решили прикрывать друг друга, но у Exile хп это очень и очень мало. Он может просто сейчас умереть. Да чего вы делаете-то, друзья? Да, но тут, конечно, Teamwork ошиблись очень серьезно. Была ситуация 3 в 3. Вернее, 3 в 1. Джинк пушит банан, его тиммейт диффузит бомбу. Почему они пушат банан, остановились, я не понял. Потом ситуация 2 в 2. Вернее, 2 в 1. И что было потом, я не понял. То есть 2 в 1, у тебя есть инфа, что на банане игрок, он одного уже бомб-диффузера, так скажем, прострелил в смоки, надо идти додавить его. В итоге, как бы, они решили друг друга прикрывать, по итогу Джинк отошел от своего тиммейта, ну, естественно, там бомба была без шансов раздиффужена. Я совершенно не понял этого момента, в итоге бай под 0 сейчас у Teamwork, и если они этот раунд проигрывают, то там дальше денег не будет, но вот Ками уже раунд неплохо начал, оформил энтрифраг, Авик это... Что? Амат? А все хорошо. Ну тут какая-то заливаловка, если честно. Вот Entity в этом раунде погибает еще и СНР. Размен от Экскали, но тут же включается Exile вместе с Джинком. Конечно, тут... Ну, я не знаю, то одни, то вторые, конечно, делают очень странные мувы. Тут убили игрока на банане и решил второй игрок атаки просто пропрыгать через банан и, конечно, погиб. Тут странный момент. Ну вот кто в чатике пишет, что тут все понятно и команда Entity уже выиграла, ну вам так кажется, дорогие друзья, потому что я недавно видел камбэк со счета 2-13 на The Inferno, причем 2 набрали за защиту именно, поэтому тут, поверьте мне, не все потеряно, но если так пропрыгивать в мидл, конечно, можно в следующий раз не только конечности лишиться, но и в целом погибнуть. Ну, Exile не страшно, у него АВП, поэтому... количество хитпоинтов немного нивелирует. Иксбай находится в апартах. Сжигательную откинул и потянул чуть-чуть времени. Неплохо, но вот стрельнул зря. В итоге спалил свою позицию. Вынужден отойти немного назад. И вот сейчас бы вот эти хаешки, вы помните, да, которые накидывал Джинк. Вот как же ее назвать? В общем, от бочки на ребрах, как раз вот на апарта. Это хае сейчас бы двоих, скорее всего, зацепило, но без нее, видимо, обойдемся в этом раунде. Так, зажигательно очень хорошая сейчас вот Джинка. По таймингу она очень хорошо сработала, потому что успел и сам через смог стянуться. Иксан тут уже на перетяжке работает. В итоге 4А, подпушили банан. На самом деле, Entity сейчас в укрепление выходит, что не есть правильно, но тут скилл сработает. Весьма неплохо. Подкладчик тиммейта вырубает одного, но второго игрока на ланде не ждали. Размен 1 в 1. Exile включает по одному оппоненту, там шарта уже его пушат. Тиммейт на подстраховке. Пиксбай просто вырубает двоих. Псай последний работает в апартах. Инфы по нему пока нет. Этим надо пользоваться. Зарубать сейчас либо сайт, либо убивать малые пески. Наверное, малые пески чуть попроще, потому что игрок в сайте вообще не открывается. Но Псай, судя по всему, отходит назад. Попытается выйти на точку Б. Камень уже стянулся под базу А. И похоже, что может подставиться под своего оппонента. Так, его было слышно. Псай, неплохо. -1, и можно лететь на Б-сайт. Абсолютно никого по точке Б нет. Туда, конечно, Exile стянется сейчас, но Псай может просто флешку откинуть. И, ну да, тут по таймингам игроки защиты не успевают, но это правильно работа от WNV, потому что не было смысла сейчас, ну, знаете, бежать, сломя голову, сломя ноги, просто сломя все тело через всю карту и пытаться соло кого-то убить. Лучше сработать вместе. Отлично, Exile ждет, откидывает гранаты, и сейчас вместе с тиммейтом вместе пройдут, попытаются все это дело выбить, потому что Псай это АВП, и если выйти на него под размен, то, естественно, с двумя оппонентами он явно сразу не справится. Ну и Teamwork будут работать через Сити, через... проходит через капель уже все. Псай. Так, неплохо, но тут же размен от Pixby. По итогу очень хорошая работа сейчас от WNV. И забирают для себя 3-й раунд. Ну и Entity будут закупаться сейчас, естественно, потому что... Ну, хотя, слушайте, там 4700. Конечно, Skills может дропнуть один калаш, но бай уже не смотрится прям так... Хорошо, возможно, даже стоит до 2000 сейчас закупиться. И, судя по всему, да, не хватает уже на бай. Хотя вроде страна атаки, вроде как много раундов брали подряд. Но вот за счет вот такого вот один взяли, вот не один отдали, один взяли, два проиграли. Конечно, экономика немножечко напряглась. И сейчас достаточно тяжеловато будет. Exile, СВП. Так, смог. Хорошо. И неплохо. -1. Там даже армора не было у СНР. Естественно, он погиб. Хороший, кстати, смачок. Может, не на вооружении себя врать. Если кто-то на The Inferno играет, очень часто помогает. Тут даже дело не в АВП. Вы где-то можете там просто балкон поджать с других девайсов. Энтрифраг сделать быстренько. Убежать назад. Да даже если не сделаете, этот смог дает вам, конечно, максимум безопасности за все это дело. Но вот энтрифраг. И сейчас Entity рискует, на самом деле, отдать 4-й раунд. И отдадут, скорее всего, потому что это все-таки эко. Ксан, кстати, не стал долго стоять на банане и отошел чуть назад. Касаемо предыдущего девайсного раунда, там суть была достаточно проста. Entity не стали занимать банан. По итогу просто-напросто WNV заняли как раз дугу. Оставили там одного игрока, сами укрепили точку А. То есть дефолтный мув. И в таких ситуациях, если ты выходишь на точку А, тебе 100% надо откидывать флешку, металку на банан, чтобы сгонять именно игрока, который играет на чек, на дуге. И выходить уже на 3 игроков, потому что с точки А один 100% на бэс тянется в такой ситуации. Но не сработали, и по итогу вот вынуждены отдавать не только предыдущий, но и этот раунд. Уже 4-7, ну и вот, пожалуйста, кто-то там говорил, что уже ГГ, все непонятно. Но, пожалуйста, WNV сейчас забирают условно 5-й раунд, заберут 6-й, и все. И, пожалуйста, 6 раундов защиту в азиатском регионе может вполне хватить, потому что, как я говорю, очень многие коллективы сейчас много забирают за атаку. Ну и полетел у нас девайсный. Авика 2 вновь у игроков защиты. Но вот Пиксбай, я думаю, больше не будет на такую позицию заходить, потому что просто прострелами выгнали. Там тем временем пуш банана, но не ожидали игрока на деревяхах почему-то. И в итоге еще и Ками сильно по хп просел. Ну... На самом деле с бананом какая-то беда у WNV, когда они бегут на этот банан. Вы вспомните раунды от Экскали, когда он 2 раунда подряд делал трипл килл под АБ-сайтом. Сейчас, в принципе, повторяет всю эту историю. Опять этот игрок и опять дабл килл. Это, знаете, помните Major, когда как раз Magic... Подождите, или нет? Да, Мэджис как раз работал по банану, его все там хвалили, когда он делал постоянные фраги на дуде, постоянно занимал этот банан. Вот тут, конечно, совершенно другая игра, совершенно другой уровень, но тем не менее, вот тоже есть игрок, который банан открывает на ура для своей команды, его пытаются всегда запускать первым. Но вот Экскали сделал сейчас два даблкилла, СНР тоже один фраг нашел для себя, ну и ретейк, попытка ретейка от WNV. Один работает с гробов, но с АВП Экзайлу, конечно, тут не позавидуешь. Хотя неплохо работает, минус Экскали, но времени очень мало. Какой спрей, Джинк одного убивает, и все-таки размен полетел от Экзайла. И раунд для защиты. Хороший мув, Экзайл, конечно, вне мобильной позиции сработал. Ну ура, триплкилл от него, да и тиммейт на славу постарался, забайтил себя внимание, еще фраг сделал. По итогу пятый для WNV, но за счет того, что бомбу поставили, Entity сейчас могут закупиться. Бай будет не самый лучший, там клаши, армора плюс небольшое количество раскидки, но тем не менее это, наверное, лучше, чем ничего. Вот, кстати говоря, коэффициенты какие были, и ну, мы видим, что тут уже, конечно, Entity смотрит немного, вернее, не были, а какие есть. Entity мы видим уже в роли фаворитов, но я бы не сказал, слушайте, я бы вообще не сказал, и сейчас я ни на что не намекаю, но для WNV сейчас коэффициент прям, ну, просто замечательный, как ни странно, 2.28, но хуже он от этого не становится, но вы видите, да, что с бананом. Что с бананом, друзья? Дорогие мои Teamwork, что происходит? Нашли фраг, тут еще, конечно, очень хорошо сработал Ками, в итоге на подстраховке тиммейта, но как Экскали постоянно находит фраги под точкой Б, я этого понять просто не могу, причем он в этом раунде был даже с пистолетом. Ну ладно, СНР последний, бомба для него потеряна, очень хорошая у Ками позиция, я слышу своего визави, отстреливает его, в итоге квадрокилл для него, один килл для Джинка и шестой для Teamwork, но это был такой полуэкономический, полубай раунд для Entity. Сейчас будут отыгрывать с девайсами уже. Авик появляется у Пса, есть клаши. Вот, кстати, СГшки я не видел от Entity. Странно, потому что девайс, вот, наконец-то, как бы, не зря упомянули этот девайс, тут же он появился. Ну, потому что очень метовый, очень хороший девайс, на мой взгляд. Просто плюс на карте The Inferno 100% для одной СГшки найдется место. К тому же в руках у Экскали, которая пока что тянет свой коллектив вперед. Псай под лодочку тиммейта врывается в мидл, уничтожает Пиксбая. Ну и тут, конечно, Экзайл пытался дать какой-то размен тоже с Авиком, но не получилось. Кстати, задумка в 2 ВВ на мидле была, наверное, слишком рискованной. Опять фраг на банане. Ну, на дуге огромные проблемы у Teamwork. Я очень надеюсь, что они, ну, тоже будут какие-то фраги оформлять на дуге за Т-сайт. Так, Экскали. Ками играет за смоком и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Экскали, да что ж ты творишь-то? И так много фрагов делает и опять прошивает и уничтожает банан. На самом деле для Ками тоже не совсем... я понял эту позицию, просто смотреть смог из достаточно страшной позиционки. Ну ничего страшного, ничего еще не потеряно, все-таки 8-й придется отдать Entity, но вот в последнем раунде придется уже закупаться пистолетами, возможно, 2 девайсами воспользоваться смогут WNV, если засейвит Авик плюс Кольт. Ну и Entity там, естественно, раунд забирают для себя. Вроде как 8-6, вроде как за слабую сторону они набирают много раундов. Но, опять же, я говорю, это слабое для, в принципе, обычных регионов. Для, условно, Европы, где-то там, для Америки даже, возможно. Но в Азии атака сейчас набирает много раундов. То есть, я так понимаю, некоторые команды просто очень плохо играют в защиту. Из-за этого у них... атака идет замечательно иногда. К Т-сайт ты заходишь просто, что? Что происходит вообще? Почему вы 2 раунда забираете? Но... посмотрим, посмотрим. Все-таки не буду какие-то я прогнозы давать. Exile остается последний. И похоже, что да, тут без заставленного АВП обойдут в следующем раунде. Ну, если даже 9-й Entity заберут, я уверен, что WNV смогут там... если смогут взять пистолетку, то там камбэк вообще пойдет без каких-либо проблем. Другое дело, что защиту могли больше брать. То есть тут... Entity не идеально играют, они, конечно, хорошо стреляют, у них есть задумки, но, тем не менее, каких-то прям мега-моментов по тактике я от них не видел. Тут, скорее, сами подставляются игроки защиты. Где-то на банане постоянно их убивают, где-то вот такие мувы, которые, наверное, не стоит показывать, когда ты играешь против АВП. Ну и Exile, конечно, тут тоже очень обидный и досадный промах. По итогу энтри-фраг за атакой. Еще и, в общем-то, получили инфу, где... снайперская винтовка оппонента находится, и можете спокойно на Б-сайд сходить, потому что там девайсы, ну, такие себе. Камень, конечно, с юмпом, но его тиммейт тут, вряд ли что-то с дигла сможет сделать, хотя посмотрим. Иногда пистолеты, знаете, это служит этим самым камнем преткновения, когда ты, вроде у тебя игра не идет, и потом бац, берешь пистолет, и нам плюс морали, какие-то раунды важные для себя забираешь, и... Надо постараться, потому что счет 7-8 все-таки камбэкать попроще, нежели с 6-9. Врыв на лонг, все очень правильно от Entity. Кучу гранат используют и выходит, по сути, на одного опорника, который позицию свою уже дискредитировал. Джинк не попадает, не слетает у нее пока что. Вот первый хедшот неплохо, в спину пушит, не довелся. Не хватило сенсы, ну... Понятно, тут уже было совсем без шансов. Ну и выход на ретейк. Не на попытку этого самого ретейка. Размен 1 в 1. Надо убивать еще и сайт. Ой, Ксан мог. Прицел вроде почти на голове был, но там тиммейт замансил. Ками тут ждет размен. СВП против двоих он отыгрывает. Один за главным ящиком, но нет. Тут уже второго игрока не ждал. 9-й для Entity. И мы увидим с вами в скором времени уже экономический раунд. Но вы пока что можете написать, за кого болеете, за кого топите. Было бы все это дело очень интересно почитать. Ну и специально для вас у нас приготовлена интересная новость. По команде «Восклицательный знак диплом» можете попасть на сайт вуза, в котором можете получить образование в сфере киберспорта, стать аналитиком, комментатором, менеджером команд, продюсером студии. То есть на каждую мечту, на каждый, в принципе, момент в вашей жизни найдется интересная направленность. Поэтому, если вас интересует вообще тема киберспорта, данная сфера, то залетайте, можете почитать все на сайте вуза по команде «Восклицательный знак диплом», как я говорил, либо клацнув на баннер в описании, тоже можете на их сайт попасть. Показываю также вам коэффициенты, опять же, Entity 1.68. Но видите, теперь уже за WNV KF2.10 я бы сказал, что, наверное, он сладкий. Наверное, он вкусный, но, опять же, ставить я никому не советую, потому что... Ну, ставить я советую на GG.Bet, конечно, но конкретно этот матч, не знаю, потому что, ну, по-моему, WNV сейчас будет камбэкать, но тут все зависит от их атаки, поэтому я бы пару раундов посмотрел, как они за Т-сайт играют, и потом уже задумывался, потому что сейчас... Ну, хотя, кто хочет, может и рискнуть, в принципе. Но опять же, судя по азиатскому региону, мне кажется, сейчас за атаку просто пойдет тотальный камбэк. Это вам кажется, 6 раундов за защиту — это мало. На Азии это иногда и много, на самом деле. Ками на раскидке смог плюс 2 флешки. И, кстати говоря, опять 5 кевларов от Entity. То же самое, что показывали за атаку. Но защиту, опять же, я бы, наверное, хотел видеть от них какие-то все-таки диффуз-киты. Потому что, по сути, укрепление точки Б. То есть они играют в угадайку. И если вдруг сейчас WNV пойдут на точку А, фастом взлетят, то все, раунд... Ну, не то чтобы выиграл, но шансов будет достаточно мало выйти на ретейк. Задумка, кстати, хороша. То есть они пошли на точку А, фейканули. В итоге подождали стяжку, убили Псая и возвращаются на Б-сайт. По итогу Сити еще наказывают. Ну и тут интересный пистолетный раунд, слушайте. Вот что-что, на пистолетках редко меня удивляют, но тут прям момент очень даже интересный. Видно, что WNV готовились, но, похоже, к такой стрельбе готовы они не были. Скиллс находит 2 фрага, его тиммейт тут же действует на размене. Ксан последний, ситуация 1 в 2 для него, и он тоже будет отлетать. Как же круто. Экскали поработал за тройкой, да и Скиллс поработал просто на славу. 6-10, Entity все-таки забирает 2 пистолетки из 2 возможных на первой карте. И сейчас вынуждены WNV делать экономический раунд, закупать себе пистолеты. Но нет, судя по всему, это форс, прям хотят... перевернуть прямо сейчас игру. Есть у них, опять же, 2 фармгана, есть недефолтные пестики, плюс гранаты. Ну и посмотрим на задумку. Так, ну это тот самый раунд. Щиты в чат, траш Б и хаешки. Ой-ой-ой. Много дэмджа, конечно, сейчас потратили игрокам атаки, но, тем не менее, залететь под флешки, выбить опорника, это всегда будет приятно. Смог носить, а летит. Не дожидаясь этого, Ксан пушит. На тройке очень лоу-хитовый оппонент, но Скиллс уже убивает 2. На подстраховке работает Псай, тоже на даблкил его хватает. Ну и Пиксбай тоже будет отлетать. 11-й для Entity. И на самом деле я не понял, зачем был этот форс-раунд. То есть, возможно, хотели действительно перевернуть игру, но не получилось. Вынуждено делать эко. И вот теперь счет уже опасный, знаете. То есть, если 6-9, там 6-11, в случае бая это норм. Но вот 6-12 тут на самом деле достаточно тяжеловато. Насчет Инферно, друзья, пик — это коллектива, как раз Teamwork, который сейчас проигрывает немного, будучи изначально фаворитами. И тут, кстати, хорошая задумка на реализацию фармганов. Мне, опять же, момент от Entity в защите пока что нравится. И по стрельбе, и по задумкам тут... Ну, то есть, было понимание, что у вас 2 фармгана, которые вы хотите как-то реализовать. В итоге побежали, запушили мидл, сделали трипл килл. В итоге у Скиллса там 7250. Может, хоть второй авик сейчас вообще без проблем покупать и действовать с 2 АВП. Хотя, нет, тут... Все-таки дефолтная закупка, но пока что незачем. То есть, если у вас игра пойдет с девайсами, то нет смысла тратить лишние деньги на АВП. Но Пиксбай так не считает. Без армора просто авик плюс смог, просмотр мидла. И, возможно, сейчас как раз Entity совершат ошибку, прошу прощения. Но, судя по всему, нет, Зайл! Да, тут, конечно, Exile ошибся немного по таймингу, достал не вовремя совсем гранату. Пиксбай пытается дать какой-то размен, видит оппонента, но нужен молик туда. Так, конечно, размен никакого не последует. Плюс дуга, плюс фраг. И опять же, у Entity, конечно, работа на дуге лучше в несколько раз, чем у WNV. О, еще и с флешкой немного накосячили. Ну, не особо страшно, потому что оппонентов не было, но в каком-то раунде это может решить, на самом деле. Поэтому такие миссы лучше не давать. Вот на точку А. Два фрага. Тут же в ответ Псай настреливает вместе с Самотом. Размен неплохо, Ксан. Там слоу хп все-таки нашел для себя. Килл-бомба установлена, но ретейк опять же 2 в 2. Плюс есть диффуз киты. Главное по одному не открываться. Ну не так же, друзья, скиллс. Но есть же инфа, что там АВП. В итоге Пиксбай находит один фраг, последний СНР. И теперь шансов у игрока защиты крайне мало. И вот, казалось бы, было все у Entity на руках. Но за счет неплохой стрельбы и командной работы тут оформлены хорошие достаточно размены. Время тикает, пора выходить. И у СНР тут испытание, знаете, в два таких пути. Изначально надо пройти как-то Ксана, потом действовать на сайте, но, судя по всему, просто СНР уйдет на сейф. Это 7-й для Teamwork. Вот вам, пожалуйста, раунд, который, казалось бы, изначально очень сильно проигрывали, но перевернули весьма-весьма неплохо. И за счет того, что игроки защиты на ретейке действовали по одному, беспроблемный раунд. Пиксбайту постарался на славу. 7-12 и WNV выходит пока что на небольшую. Камбэк в виде одного раунда, но это все надо подкреплять еще одним девайсом. Вот, условно, 20-й раунд они берут. Потом 21-й они собирают на халяву, потому что там оппонентов денег просто не будет. И там уже счет 9-12, а там и до временной ничьи недалеко. Ну что ж, Пиксбай вновь с АВП. На этот раз армор себе смог позволить. Открытие в мидле. И нет, судя по всему, никого не поймают. Там Мансит, конечно... Амэт, но он скорее играет на чек. Посмотрел, что на банане. На мидле никого нет. И опять фраг по Апсаю. Ну, слушайте, тут какая-то болезнь. Это болезнь банана. Я бы ее так назвал. Или синдром дуги. Я не знаю, как это назвать. Вспомните, что было у WNV по банану за защиту. Постоянно залетали, делали там фраги игроки атаки. Тут похоже, что все повторяется. Потому что второй, вернее, еще один раунд, где, конечно... По банану большие достаточно потери, но вот выход не самый аккуратный. Тройку ничем не отзонили, только сейчас находит размен. Бомба будет установлена. С гробов выходит игрок, тоже отлетает. Ну и Экскали, конечно, последний. Надо, наверное, уходить на сейф. Но, судя по всему, будет пытаться фраг найти. Если найдет, пойдет на ретейк. Если нет, то попытается засейвлить. Но там АВП, и тут, конечно, без шансов для него. Exile оформил трипл килл. 8-12. И вот, пожалуйста, 9-й раунд уже для WNV. Можно... подавать, если сейчас ошибок особых не совершать. Ну что ж, пистолеты без арморов, но тем не менее есть дигл в руках, есть даже два дигла, есть USP плюс P 250, Экскали, кстати говоря, у нас как раз с P250, хотя я бы сказал, что он с дигла раздавал только так на предыдущем сайте. И сейчас, наверное, хотелось бы посмотреть дезерт игл именно от него, ну... Неважно, неважно. Тут, конечно, уже задумки никакой нет. Вот в чем мне не нравятся такие раунды экономические, когда нет абсолютно ничего. То есть вы вроде... То есть у вас ничего нет, и при этом вы ничего не делаете. То есть как бы это странно не звучало, хотя с пистолетами вы должны выжимать максимум своих, казалось бы, самых слабых девайсов, в принципе, в Counter-Strike, но... Тут, конечно, задумки никакой не было, но это всегда, знаете, я говорю, что задумки нет. Вроде как игроки защиты особо не рассчитывают на фраги, но при этом их делают за счет того, что стрельба слетает. От вантаба никто, конечно, не застрахован. Судя по всему, будет выход на точку Б. Exile. А, нет, они просто девайсы откидывают. Я подумал, фейк какой-то сделают. Но нет, просто выкинули девайсы. Но уже плюс коллаж для Экскали. Я думаю, тут сейф 100%. Выходить на ретейк, ну, не стоит тут явно. Потому что, ну, во-первых, на защите экономики мы знаем сами какая. Она достаточно в шатком состоянии абсолютно всегда. И сейчас лишний коллаж — это минус лишние траты. Ну, то есть, допустим, вы купите АУ клиентку. То есть это, ну, грубо говоря, $3000 вам тратить не придется. 300 даже, если коль. Вам не придется тратить на покупку девайса, если засейвить калаш, но тут, конечно, мув был достаточно странный. Пошли, погибли на банане вдвоем. Ну и трипл килл для Джинка. 9-12 бай будет от Entity, но при этом всем я говорю всегда, что за Т-сайт можно сноуболить, потому что посмотрите на экономику WNV. То есть они забирают этот раунд, переходят на счет 11-12, забирают следующий, это 13-12, ну и в общем у них каждый победный раунд считается за 2, и вот поэтому очень важно как раз для Entity было засейвить этот коллаж, чтобы чуть-чуть установить экономику. Ну неважно, посмотрим, возможно они просто в девайсах себя будут чувствовать намного комфортнее. А вот, кстати говоря, прочекал опять, сыграл на чек, скорее забайтил своих оппонентов, чтобы Апсай попытался сделать какой-то фраг. Так, услышали Джинка. Вот сейчас бы ХЕ полетел ему, конечно, под ноги, было бы просто замечательно, но не успели вот уже окинуть на балкончик. Там, кстати говоря, агрессивно достаточно действует Экскалимов, подставится, но сжигательная лежала на входе в апсы, поэтому бояться нечего. Там, кстати говоря, подсадочка на двойку, плюс позиция на двойке. Но тут скорее на тройку стянется СНР. Неплохо, неплохо. Но опять же, когда игроки атаки раскидывают молики, то такие позиционки обычно не срабатывают. Ой-ой-ой, опасно было. Ками там сделал выпад. Своего оппонента начнет с 50 хп. Вынудил потратить сразу же смог игроков защиты на точке Б. И в итоге, конечно, по гранатам сейчас немного проседают в плане зажигательных у нас Entity. И по итогу на выход может просто-напросто не хватить. Но плюс этого смока, который WNV сейчас потратили на сити, они просто стянули игрока по номерам 6 на базу Б, а сами выходят на A-сайт. Тут уже готов Джинк, но по таймингу ошибся, мог вообще в спину своего оппонента выбивать. Ну и Кскали должны его первым номером, безусловно, выбивать. От флешки отвернулся, но Псай уже начинает работать. Экскаль находит минус по Ксану, пытается спрейт тянуть на себя в одеяло времени, чтобы чуть-чуть дать пространство тиммейтам. Ну и тиммейты уже расправляются неплохо. А вот один фраг Псай продолжает эту серию для себя. Дабл от него, ну Экзайл также будет погибать. 13-й для Entity и будет бай для WNV. Вот насчет экономики как раз у них все великолепно, могут вполне даже очень неплохо закупиться. И сейчас, на самом деле, ключевой момент, где не должны себя показывать с лучшей стороны. Если это так, то, пожалуйста, выходите там условно на, как я говорил, 10-11, и там, в принципе, до камбэка будет недалеко. У Псая появляется вновь АВП, бежит на банан, откинул смачок, пик и... Да, но тут ничего не поделаешь, то есть тут таков тайминг, и... То есть моменталка-то была замечательная там, но вы видели, что даже ее не заметил Псай, но по итогу, конечно... Даже в блайнде нашел свой фраг. По итогу размен не в сторону атаки. Но, с другой стороны, отняли дугу. То есть можно сейчас попытаться какие-то фраги найти на банане. Там очень аккуратно стоит. Ну, аккуратно стоит Псай, так скажем. Но какую-то флешку, допустим, согнать отсюда. А попытаться убить игрока на гробах, который тоже меняет часто позиции. Это СНР, который достаточно часто, я заметил, за ним делает вот такие перемещения, на которых можно, по идее, его под какие-то флешки ловить. Но нет, тут просто будет выход. Там прилетела светошумовая граната от снайпера. Особо не сработала. СНР на единице. И вот, пожалуйста, не справился со стрельбой. Псай будет работать с гробов. Тут, конечно, смог, но Псай уже находил фраги через смоки. Неужели будет пушить под флеша? Зачем? А куда? Почему? Тиммейты ведь были далеко. Я, конечно, понимаю, флешка, но все равно. В итоге флешки летят от защиты. Опять подсадку должен Джинк закрывать, но нет. Не вовремя навелся. Тут же размен от Ками моментальный. Также с банана уже у нас идет Амет. Готов убивать кафель, но не получается. За старого гриля уничтожает Воксан. Последний скилл. Сработает по одному неплохо. Диффуз киты есть также на руках. Будет уходить с гробов, но ждет ли позицию тройки? Судя по всему, нет, потому что только там убил оппонента. По итогу в размен уже сыграл Пиксбай. Великолепная стрельба от него, десяточка для WNV и выход, скорее всего, на 11, потому что денег сейчас у Entity нет, поэтому надо играть экономический раунд своим оппонентам. 11, так скажем, отдавать. Но вот в дальнейшем, наверное, у защиты будут получше чуть истории, потому что если сейчас 11 проиграют, даже если потом проиграют 12, там же лустрик какой-никакой будет. Тут главное задумываться над экономикой Entity, потому что я не первый раз вижу, где что они могут заставить какие-то девайсы в каких-то моментах, но не делают этого, и тут... О-о-о. Ну, слушайте, такого я прям давно не видел. То есть прострелы взлетают почти каждую игру на The Inferno, но фраги вот такие, когда игрок просто бежит и погибает. Конечно, он даже не стоял там, вот просто пробежал и погиб. Ну, и тут, кстати, хороший момент, что Джинк с единственным фармганом уже реализует его на 2 фрага. И сейчас, в принципе, может, например, СНР забрать, плюс дигл для себя получить. Ну, мелочь, так скажем, а приятно. Пистолетик, почему бы и нет. Вопрос вот к фармилке, будет ли ее скипать. Ну, по идее, должен, потому что 5500 на руках. Либо, ну что по респе? Ну, респа не самая лучшая. Либо пойти где-то там апарты, условно, под флешки занять. На том же банане можно поработать. То есть тут фармилка, наверное, в плюс экономику, скорее всего, будет играть для Джинка в данном раунде. Ну что, 11-13, друзья. Камбэк или нет? В чатике пока что пишите, потому что, по сути, сейчас для атаки всего лишь один раунд. Если они берут, то выходит, скорее всего, на паритет по счету. Ками на банане, опять же, на топовом игре. Откинул на этот раз Молик. Кстати, Молик не самый лучший. А, нет, там еще один был. Все, тогда вопросов нет. Но вот хаешки явно низкого качества. Ну, я думаю, вы понимаете, почему. Дэмэджа абсолютно никакого не залетело. Не повезло, опять же, пытались взорвать подходы к деревяшкам. Но там игрок атаки был уже достаточно далеко. Так, Амад будет на подсадке работать. Неплохо. Ну, такую позицию, кстати, не занимали еще сегодня, поэтому... Ну, это всегда, знаете, когда подсадку какую-то не занимают, то ты можешь просто не дочекать ее где-то, либо просто не ожидать. То есть, условно, если там игрок уже отыгрывал, ты можешь там префом выйти, чекнуть ее обязательно, а так вполне возможно, что с бойлера игрок просто... Ну, просто не будет ожидать. Сейчас посмотрим. Джинк, открытие. Ну, видите, он заметил, конечно, но достаточно поздновато. Если бы не был в бланде сейчас Амад, он мог бы его сбрить. Однако энтрифраг для WNV. Выход. Экскали. Неплохая флешка под него. Но всего лишь один фраг. Но вот Камя не остановить. Он еще и своего забрал. Exile также уничтожил Псая. Ну и тут сейв двух кольтов. Бомба установлена. 12-й для WNV. Но засейвив два девайса, можно попытаться от них в следующем раунде отыграть. И вновь забрать... Ну, вновь будет попыточка забрать 14-й. Не такая яркая, но тем не менее она, по крайней мере, будет. Но вы пока же можете, написать, кто за кого болеет. Я вот вам говорил, друзья, я просто сейчас покажу кэф, и я просто это к тому, что не надо никогда отчаиваться. Я очень часто вижу в чатике, когда счет там, я не знаю, 1-7, ой, все, они проиграли, они не камбэкнут. Ну вот, пожалуйста, посмотрите, уже коэффициентов в сторону Teamwork. А я напоминаю, на них тройка была в один момент, и я вам говорил, что это вкусный кэф может быть. В итоге я, конечно, не советовал вам ставить на этот матч, но, тем не менее, судя по всему, действительно, по крайней мере, камбэка не совершили. То есть это не какой-то разгром, и коэффициента 3 явно тут Teamwork недостойны. Я думаю, они сейчас... Ну, я имею в виду, не недостойны, так скажем, они выше этого, и сейчас они, в принципе, показывают весьма достойную игру за атаку. Просто, ну, это момент региона, то есть надо это тоже учитывать, потому что команда, если даже вы знаете, вы должны понимать, что в Азии очень много раундов берется за атаку, и тут, конечно, с этим просто нельзя поспорить. Но у нас подъехали хорошие новости от CS.MONEY, и теперь вы можете получить 30% бонуса на первый депозит, это раз, это уже замечательно, плюс 20% вы получите на последующий депозиты и 20%, если не ошибаюсь, да, 20% дисконт на покупку в магазине по, получается, баймоду. То есть вы скидку получите и дополнительные деньги к депозиту. Все прекрасно, все хорошо, как и, в принципе, раунд от Entity начинается. Размен 1 в 1, казалось бы, не так круто, но пистолет разменять на полноценный девайс — это очень даже хорошо. Если сейчас как-то угадают, сработают на позиционном уровне, то будет все замечательно у них. Экскали. Хорошую зажигательную откинул сейчас. Ну, кстати, вот эмка без армора, она, конечно, смотрится ужасным образом, я бы сказал, потому что... Ну, если с калаша, знаете, без армора, ты можешь... У тебя есть шанс всегда навестись быстро на голову, дать вантап, то с эмки такого не будет против вторых арморов. Там, ну, вы сами знаете, когда вас стреляют, вас просто прицел в небо улетает. Кстати, попытка поджима сейчас Рёбер. Хороший вроде тайминг был, но... Ксан среагировал в итоге весьма неплохо. Тут же два размена моментально. И бомбы можно ставить на точке. А там два девайса. Я бы засейвил на месте Entity. Все-таки два кольта — это силы, я бы сказал. Ну, то есть, скиллзу вообще надо купить только гранаты, по сути. То есть, он может авик своему тиммейту, например, дропнуть. Экскалия закупит армор, не будет тратить лишних денег. Это очень важно, потому что игра потихонечку, ну, подходит к своему логическому завершению, по крайней мере, в основном времени. И тут вот такие моменты, где вы там сейвите два девайса, не могут очень сыграть. Потому что, условно, вы следующий раунд проигрываете, оп, а у вас деньги лишние есть. Можете где-то что-то закупить. И такие мелочи по деньгам, они, конечно, могут очень сильно решить, потому что в таких раундах как раз решают такие уж моменты. Ну да, вот правильно, вот админа в чате, что 7-1, это значит 2-0 по картам, да, ну, не стоит преждевременно так мыслить, то есть, когда, допустим, если бы фавориты вели 7-1, вот такие, ну да, они прям тащат, то там можно, конечно, подумать, например, фавориты ведут на пике своего соперника 7-1, и вы такие, ну да, они показывают хорошую игру, чего я и ожидал, но когда, как бы, фавориты немного проигрывают, это не значит, что они проиграют до конца, я бы это так высказал, поэтому тут были все шансы у WNV, до сих пор они присутствуют, причем даже больше, на мой взгляд, чем их оппонентов, потому что у них-то экономика в хорошем состоянии. Так, смочили, зажигаем Молик сейчас, Экзайл, ой, Псай на этот раз промазал, и тиммейт подставился, минус СНР, Псай пытается дать размен, но тут же с калашом Экзайл тут просто наведется на голову моментально, отлетишь, Псай в итоге промахивается, просто его пушит, размен полетел от скилза, но этого мало, этого очень мало, надо давать еще какие-то фрагиками. Смог пушить, естественно, не будет, потому что пострадал даже немного по хп от своего тиммейта. Так, прострелы. Но скиллс-то пушит. Он слышал оппонента на деревьях. Под флешку врывается. Не справляется. Пиксбай в итоге погибает, но попытка выхода на точку А. Там всего лишь один игрок, но Экскалиб в хорошей позиции. Его не дочекают сразу. Надо ориентироваться на то, чтобы потянуть время, но нет, пикает, убивает одного. Джинк тут же дает размен. Включается Амет. Уничтожает Ксана. Джинк, ситуация 1-2. Есть диффуз-киты у его оппонентов, есть АВП, есть, что самое главное, гранаты, чтобы отзонить сейчас сайт. Но Джинк выбирает очень опасную для себя позицию, он собирается через... Наверное, собирается на тюрьму, будет работать отсюда. На самом деле, могут не ждать, потому что он топал в мидле, бомба вообще стоит под шорт, соответственно, могут не подумать о том, что он в тюрьме находит один фраг. Но дальше Амат, конечно, сработал на размене своего тиммейта, бомба будет раздифужена, 14-й для Entity, но тем не менее у WNV сейчас будут деньги на бай 100%, они, у них накопления достаточно большие, можно даже закупаться в случае отданного... маппоинта, но лучше этого не допускать, естественно, потому что со счет 13-15, конечно, камбэкать будет в плане морали, по крайней мере, сложновато, но, тем не менее, давайте, наверное, ну, чуть попозже на Кэфа, давайте на Кэфа взглянем после этого раунда, потому что он ключевой сейчас, если 15-й Entity забирают, все круто, но при этом WNV, если забирают этот раунд, они тоже выходят на маппоинт, вы не подумайте, то есть счет 13-14, но не забывайте, что атаки экономики очень много, поэтому, выигрывая сейчас этот раунд, они получают 2 в ответочку для себя. Хороший, кстати, молик. Ой-ой-ой-ой, пиксбай. Ну, не сразу среагировал, и в итоге его взорвали ХЕ. Надо было, наверное, чуть пораньше кинуть смог, но Ками успел просочиться на деревяхе. Один минус второй! Он просто заспреил! Он просто заспреил! Какая же от Экзайла флешка залетела по двоим просто! Как игрок-то вообще был за флешем на машине, я этого не до конца понял. По итогу Псай пытался пикнуть Сити. Никого не нашел. Так, летит молик ему в ответочку. Стяжка идет от... игрока под номером 6, и сейчас самое время для WNV, казалось бы, зайти по точку А, но нет, не тут-то было. Exile пушит Псая, убивает его, Экскали дает размен на точку Бета. Полностью свободно, смог развеялся, неплохо, Амут нашел один фраг. Exile оформил месть за своего тиммейта. Но Экскали последний игрок, который тащил очень много раундов за атаку. Вы помните его два раунда подряд триплкил, когда он делал на банане. Затащил огромное количество раундов, но позиция какая же от Экзайла. И тут вряд ли будет этого ждать. Хотя вроде как Экскали ждал, но, конечно, хитпоинты решили тут судьбу за него. Экзайл триплкил, даблкил Ками. По итогу 14-14 и, скорее всего, 15-й для Teamwork. Потому что сейчас денег абсолютно у Entity нет. Надо давать 15-й, там бороться будут за доп. Хотя и с пистолетами можно потащить. Ну и насчет кэфов, вот, пожалуйста, друзья, 1.47, и WNV, конечно, уже вновь возвращают свои кэфы. Ну тут, конечно, понятное дело, кэф никак на них был. На них был, по-моему, в начале матча 1.3, да, условно. Сейчас чуть поменьше, но, тем не менее, он весьма неплох. То есть надо это понимать, что 1.47 я бы, наверное, залил. Потому что тут, ну, как минимум... WNV 15 для себя уже захватили, и тут, конечно, шансов у них достаточно много, но не тут-то было, потому что вновь проблема с бананом, однако размен неплохой. От Exile, ну не без флешки же, скиллс, ну куда? Ну куда же? Там ведь у... Подожди, у Амата есть флешка? У Амата нет, но есть у Псая, то есть можно было просто чуть-чуть подождать, буквально 1,5 секунды дать кол тиммейту, чтобы он откинул флешку, пикнуть это все дело под светошумовую гранату, а так влетел, потерял... преимущество, ну не преимущество, потерял паритет по живой силе, по итогу 3 в 4 сейчас будут отыгрывать, если выход на точку А, то там опять бедный Экскали говорит, ну ребята, ну хватит, опять меня душат по точке А одного, до этого он в тюрьме отыгрывал, кстати говоря, сделал один фраг, неплохо, Амат находит все-таки размен, минус пиксбай, и в принципе тут от Экскали зависит абсолютно все, Ксан топает очень сильно, но какой же шикарный стрейф, вот этот момент всегда, конечно, когда вы выходите, вы либо преф даете туда, на этот ящик, либо делаете такой широкий стрейф, который в этом раунде спас, плюс просто жизнь игроку атаки. Экзайл на главном ящике, работает неплохо Ксан, минус Псай, Последний амат отыгрывает на лонге и просто-напросто уходит на сейв, потому что это был форс все-таки от Entity. И знаете ли, тут, ну, форс был очень опасный. Засейвит, конечно, сейчас Кольт, но я бы сказал, что лучше пэка сделали, отдали 15-й. Но, видимо, слишком поверили в себя, что сейчас перевернут игру, оформят 16-14, а по итогу оформили матчпоинт далеко не для себя. Маппоинт. Не, ну в чатике вот это обвинять игрока, что он не навелся, вы просто должны понимать, что когда ты ждешь игрока, что он выйдет на дефолт, будет там бомбу ставить, либо чекать лонг, а он делает резкий стрейф, что тут, конечно, ну надо реагировать, но все-таки игровые моменты, они такие бывают иногда, и даже у команд, так скажем, уровня повыше, поэтому ничего страшного в этом, безусловно, нет. Ну что, 15-14, откроем, наверное, КФ. 1-13, друзья. Ну вот кто успел словить КФ плюс в чат? Потому что был 1.47, а до этого я вам говорил, что там вообще почти тройка была для WNV. Когда все хоронили эту команду, я, ну как бы, я думаю, большинство людей, которые понимают в азиатском КС, они, конечно, сохраняли надежду. Skills, работает Сити. Но тут, на самом деле, не подставиться боками, но нет. Калаш, конечно, посильнее в данных перестрелках. Я вот, кстати говоря, так подумал. Сейчас же очень... Ну, то есть, Калаш же не с чего перестреливать, по сути. Ну, то есть, Эмка не справляется. Эмка послабее Калаша, допустим, да. Аук пофиксили. То есть, Аук не может... Он ваншотит в голову, но его берут намного реже, потому что скорострельно серьезно достаточно понерфили. И по итогу, как бы... Ну, сложно с Калашом 1 на 1 без флажка перестреливаться, на самом деле. Только если у тебя позиционирование прицела лучше, чем у оппонента. То есть, если у тебя... Ты выходишь, условно, у тебя прицел на голове у оппонента, то тогда шансы есть. Ну ладно, не будем об этом. Тут Ками уже энтрифраг оформил. Будет выход от WNV под точку Б. Одного оставили Ларка. Это Джин, который будет работать под точкой А. Главное, спиной не встать к оппоненту. Ну... Тут это не помогло, Амат. Потому что один фраг, Псай тут же уничтожает также Камю, но тут надо убивать как-то тройку. Но СНР перед смертью сделал фраг, это очень важный момент. Бомба будет устанавливаться, Exile пытается пикнуть. Вернее, прострелить через смог, дамаджа практически не наносит. И очень рисковый момент от Пиксбая. Будет отыгрывать на кафеле, и он как может сделать кучу фрагов, так может и... найти для себя смерть, но его уже зачекали. Тут, конечно, ситуация достаточно плачевная. Флешки нет, в итоге пикает без флешки, погибает моментально. Exile пытался дать размен, не получилось. Все-таки 15-й для Entity будут, дорогие друзья, допы. Ну и Кэфа, я думаю, в этом матче скакать будут еще очень долго. Давайте посмотрим. Но сейчас рановато. А нет, 1.80. Был 1.13, стал 1.80, друзья. Как вам такое? Как вам такой момент? 15-15. Ну, рисковый был момент, на самом деле, на кафеле. То есть, если бы он... ну, мне кажется, тут стоило захалдиться, потому что пикать очень опасно. То есть, если ты пикаешь и отходишь назад, то у тебя позиция на кафеле, она становится максимально неудачной. То есть, потому что, ну, кафель, по сути, это легкая позиция, когда от тебя есть инфа. Просто суть, а почему эта позиционка достаточно часто имеет большой спрос, потому что она хороша в плане того, что неудобно чекать. То есть, допустим, представьте, вы ходите Сити, тебе надо тройку зачекать, тебе надо зачекать темную, тебе надо зачекать гробы и старый гриль. А приходится, ну, а как бы, а кафель сложновато. То есть тебе надо резкий разворот делать, и обычный игрок на кафеле один фраг как минимум делает. Плюс кафель ты можешь одновременно смотреть и Сити, и банан. Поэтому тут, конечно, позиция неплоха, но когда у тебя есть информация, мы видим, что она дискредитируется достаточно легко. 25 на 22 скиллс отыгрывает у нас, 27 на 20 Экскали, который является абсолютным фраг-лидером. Ну и там 25 фрагов также Exile набил, пытается догнать своего оппонента, но пока что крайне не достает ему фрагов. Пиксбай с АВП. Чекает мидл. Там опять стычка на банане будет. Ками. Так. Ну, просто огненная земля, на самом деле, на банане, но по итогу... Кстати, можно было молики... Вернее, можно было смог не тратить в этом моменте, потому что Камень... Ну да, зря откинул, на самом деле. То есть, может быть, Хая полетели бы в другом направлении, а так он... Ну, просто он дискредитировал позицию свою. Он потушил молик, было понимание у у Entity, что игрок, значит, находится на деревьях, откинули две хорошие хаешки и просто без шансов его погасили, потушили, но все-таки Entity-то играют... В большинстве сейчас, однако прошлый раунд в меньшинстве они потащили. Почему бы сейчас WNV успех своих тиммейтов не повторить? То есть это вполне может работать. Вот посмотрим, единственное, на задумку, на реализацию. Сейчас фраги, естественно, не найдут, потому что Entity там ушли в такой глубокий пассивный диффенс. И, соответственно, никто подставляться из них не собирается. Явно. Так, два игрока пока что на мидле. Exile ждет поджимов. Ну, возможно, сейчас Молик в нычку откинут, после этого попытаются... Хотя нет, Молик далеко. Молик Уксан, он находится в апартах, поэтому нычку тут на ланге, к сожалению, не проверишь, и печально, потому что там мог стоять оппонент, и мог стоять по сей день, поэтому... Опасный момент. Ну, 33 секунды. Тут, естественно, уже ротации под Б никакой быть просто не может. Просто выход на точку А. Неплохие позиции у Entity. И Экскали не справляется со стрельбой. Тут же врыв и размен от Псая. Работает там отлично. Один фраг. Еще один хил от Амата. Хоронит он также Пиксбая. Последний экзайл. Времени не так много. 13 секунд. Надо постараться установить бомбу. Ставит ее на дефолт. Ну и, конечно, даблкилл спас немного данную ситуацию. Теперь имеет шанс потащить клатч раунд. Главное, опять же, выбрать правильную позицию. И там, похоже, что поодиночке опять Entity будут действовать. Или нет? Нет, на этот раз вдвоем. Это очень правильный момент. Потому что вспомните раунд, который Entity для себя проиграли в ситуации 2 в 2. Когда просто один там пошел пикать, а второй еще не подошел даже. В итоге Exile можно будет закрыть. В итоге... Ой-ой-ой. Начекали его, но Exile справился очень неплохо. Пикнул одного, второй игрок на тюрьме справляется. Это квадрокилл. Exile тащит данный раунд. 16-й. Да, 16 для от Teamwork. И слава богу, что тут по 16 тысяч. Мне очень нравится экономика по 16к и у защиты, ну и у атаки также. Но у защиты, конечно, это очень важный момент, потому что когда ты проигрываешь 2 раунда подряд и у тебя 10 тысяч в запасе на допах, то деньги, конечно, теряются достаточно быстро. Там, кстати говоря, пик агрессивно, по-моему, от Псая будет, да. Пытается кого-то зачекать, но снайперская винтовка у WNV работает вообще в другом направлении. И вот и Псай сработал неплохо, но под Пиксбай подставился. Это очень неприятный момент. Там открытие уже с бойлера пошло, и Кстан этого тоже ожидал. Пиксбай уничтожает скиллзы, но тут просто, знаете, на ноге. Просто на ноге залетели, своих оппонентов расстреляли за счет хорошей стрельбы, за счет хорошей игры индивидуальной. Ну и по итогу, конечно, СНР дает фраг, сейвить смысла нет, деньги будут на следующий раунд. Хотя вот тоже, смотрите, 16 тысяч, Экскали. Где он? Экскали 1400, 2600 у Псая. То есть, по сути, вроде как раунд, вроде как по 16 тысяч, а вроде как деньги улетают в защиту очень быстро. И тут, конечно, странный момент. Это я к тому, что вот экономика по 10 тысяч на допах мне вообще не нравится. И надо, мне кажется, всегда ставить сейчас по 16к. Но, тем не менее, 17 уже для WNV. И, возможно, даже возьмут себе 18, потому что пока что за атаку чувствуют себя весьма комфортно. И даже из ситуации там в меньшинстве выбираются и работают весьма приятным образом. Посмотрим на КФ. 1.12 вновь для WNV. Но тут надо ловить, когда Entity берут раунды. То есть вы помните раунд, когда были допы. Там один момент 1.8 было для W. Вообще это, я не знаю, это, по-моему, самый такой жесткий матч, когда... То есть я очень редко такое вижу, что КФ прям так прыгают, то есть от одной команды к другой. Причем настолько резко. То есть там может быть 1.13, потом 1.8 на команду. Кстати говоря, коэффициенты от GG.Bet, если хотите по таким кэфам хорошим ставить, залетайте тоже там. Там еще кучу розыгрышей, всяких конкурсов, в общем, кучу всего приятного, поэтому 100% стоит вам туда зайти, если любите ставки на киберспорт, Ками. Но в этот раз не стал тушить Молик, все правильно делает, поэтому... Хотя мог бы потушить, тоже мог бы забайтить, на самом деле, на себя. То есть он сам стоит на тупом, откинул бы Молик на... Вернее, смог на... Получается, деревяхи, таким образом забайтил бы 2 хаешки из своих оппонентов. Но это уже мейнгеймс какие-то подъехали. Тут, конечно... И так неплохо получилось. Размен в 1 в 1. Плюс дуга под контролем у WNV. И раунд начался весьма и весьма комфортно. Сейчас попытка размена могла быть от Entity. Поэтому был смог преждевременно откинуть к санам. В итоге достаточно комфортно может он себя на мидле чувствовать. Подумать насчет перетяжки, возможно. Да и в целом поговорить насчет выхода. Ну и Джинк времени зря тоже не теряет. Пропушил уже апсып. Пытается фраг, возможно, найти. Там, кстати, флешки есть у тиммейтов. Поэтому... Ну нет, тут просто, видимо, фейк. Видимо, фейк и попытка открыть ребра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Амат-то дал размен и второй килл. Но тут же полетел рефраг от Exile. На самом деле странный сейчас был момент. Мне показалось, фейкануты отойдут на оба-сайт. Но нет, тут прям полноценно было воздействие на ребра. Убили, ну вернее, разменялись 2 в 2. Не самая лучшая, наверное, ситуация. Потому что могло быть все чуть-чуть поинтереснее. Ну и тут СНР отзумили смоком. Это очень важный момент. С ребер будет открываться скиллс. Но, опять же, в соло действовать опасно сейчас. Хотя услышал одного оппонента, услышал второго. Ну, тут, на самом деле, плюс инфа сейчас для игроков защиты. Такой клатч потащить будет, ну, да, проще, чем обычно. Потому что тут инфа есть, но Пиксбай. Хорошая стрельба. Открытие по одному. Тут, конечно, скиллс надо было подождать, чтобы он чуть ближе подошел. Он мог дать размен хотя бы по главному ящику. Но по итогу забирается на сено. А зачем... Что? Он же слышал двух игроков в сайте. Я не совсем понимаю, почему он проверял малые пески. Он, возможно, он подумал, что это один игрок, но я явно слышал двоих. То есть там один прыгал на ящик как раз, вот на этот, где Пиксбай находится, и Exile там топал перед постановкой бомбы. Но, видимо, подумал, что это все делает один игрок. По итогу 15-18, друзья. 3-0 пока что за атаку для WNV. Пока что, ну, роль фаворитов для них... С ролью фаворитов они справляются весьма-весьма неплохо. Так, в чатике привет. Да, привет. Это первый матч. Да, это первый матч. Сегодня Best of 3 будет 3 штуки. Это первая карта. Вот. Если интересуют матчи, можете посмотреть на Ликвипедии. Они есть. Опять же, турнир CS.MONEY. И... Money, прошу прощения. И можете также во время брейка, то есть это когда это... Тот самый момент, когда заканчивается карта, и там показывается, в общем, там куча слайдов, и там как раз есть расписание следующего матча, расписание матчей в целом на сегодня и все такое. Вот. Ну и либо еще можете в группу мою заскочить, там репостнуто, пост репостнут с паблика UCC, и туда советую вам, кстати говоря, подписаться, если вас интересует в целом наша деятельность, чтобы не пропускать матчи, опять же, в нашем освещении. Ну и теперь КФ 1-0-2 уже, друзья, ну вот так вот. Нет, ну тут, конечно, опасно. Я бы сказал, что Entity могут камбэкнуть. Я думаю, они, ну, в принципе, 2 раунда смогут за атаку забрать. Но вот в 3 раунда я прям не уверен, что перейти на допы. Поэтому тут, мне кажется, коэффициент прям совсем оправдан. Если кто-то ставит на 11 или сколько там, подождите, там не 11, а... Ну, почти 11, грубо говоря. Это, конечно, очень рисковый момент, потому что, ну, поставить на 3, когда команда там, условно, 3-7 играет за защиту, это ладно, но поставить на 10, когда команда, по сути, 3 матчпоинта надо камбэкнуть, маппоинта, это, конечно, тяжеловатый немного момент. Так, Джинг отыгрывает в апартах. Открытие неплохое от Экзайла, тут же размен от СНР, атака тиммейт. Может, мне в чате кто-то напишет насчет этого, почему Пиксбай сейчас не разменял, там флешка была, либо он отчекал бойлер, непонятный момент, но, скорее всего, просто тянули, так, Пиксбай убивает одного, назад, и ушел. А тут тиммейт уже на подстраховке откидывает смог весьма неплохой, под него будет работать тиммейт, Пиксбай, какой-нибудь бедный промах, но все-таки... Экскали удалось убить, падает также... Амат и 19-й все-таки для WNV. Все-таки 4-0 на допах, и роль фаворитов они выполнили на все 100%. Дорогие друзья, подписывайтесь на данный канал, чтобы не пропускать матчи в нашем освещении. Заходите, залетайте, просто делайте все возможное в соцсетях UCC, потому что там тоже есть много интересных моментов, какие-то интересные посты, расписание матчей наших, опросники и все такое. Но пока что небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся уже... на вторую карту, которая будет являться детрейн. Cool, right? Want to know where I got it? Well, look, go to CS.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro. Привет! Ты хочешь поехать на финал StarLadder Berlin Major 2019 и попасть на бэкстейдж? Тогда прямо сейчас снимай видео, как ты поддерживаешь свою любимую команду по CSGO. Выкладывай его в Instagram или Twitter. Чем больше лайков будет у видео, тем выше твои шансы выиграть. Все подробности на MajorLikeBattle.com.